Люберцы приняли финал первенства Московской области по самбо среди юношей и девушек 11-12 лет. Площадкой проведения спортивных соревнований стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Люберецкий». Там работала съемочная группа нашего телеканала. Более 180 юношей и 70 девушек вышли в финал первенства Московской области. Это спортсмены со всех городских округов Подмосковья, которые неоднократно доказывали свое мастерство на различных площадках. Победа на этом турнире поднимет их еще на одну ступень выше. У нас система до 6 штрафных баллов, то есть при данной системе спортсмен имеет возможность проиграть одну встречу, однако все равно продолжить выступление и бороться за медали, даже за золотые. Возраст участников 11-12 лет, по этому возрасту у них неполный отбор, то есть первенство России проходить по этому возрасту не будет, однако это не мешает этим соревнованиям быть конкурентоспособными и демонстрировать ребятам хорошую технику и проявлять свой характер. Юные самбисты соревнуются в 20 весовых категориях. Городской округ Люберцы представляют воспитанники Федерации самбо. 14 юношей и 6 девушек прошли отбор и заслужили право выступить на этом первенстве. Ученик 28-й школы Амир Хидиров – один из них. Я занимаюсь уже 4 года. Мне понравилось самбо, потому что оно было и ближе всех, и очень популярное. В нем развивается хорошо техника, разнообразный вид спорта. Начиная с этого спорта, можно стать чемпионом мира. Победители и призеры получат возможность выступить в составе сборной Московской области на открытом первенстве Центрального федерального округа, которое состоится 27 мая. Площадка его проведения также станет городской округ Люберцы. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.